Ну, минимальный заказ 300 рублей было. То есть 300 рублей заказов, доставка бесплатная, да? Но когда человек звонит тебе, он там заказал там на 800 рублей, да? А вы знаете, вы закажите на 200 рублей что-нибудь, и у вас будет там бесплатно еще один ролл. Говорит, о, ну давайте. Соответственно, ты увеличиваешь средний чек. На кухне работали 3 человека, доставляло 2 человека. Это было, ну, соответственно, сколько, 8 лет назад. Поэтому технологии развития, да, немножко отличаются. Но это старая технология, он до сих пор работает. Им мы выдавали меню, книжечки. Ихняя задача была расклеить по дверям. Ну, не почтовый ящик не работает. А в двери расклеивают, в подъезд там скотч берут и расклеивают. Потому что бывало такое, что ты заходишь, что-то там расклеили, у тебя там, ну, возле двери. Ты раз увидел, не обратил внимания, зашел, два увидел. А потом ты сидишь, как-то голодный приехал домой, а потом вспомнил, хочется кушать, ничего не хочется готовить, давай я закажу доставку. И выходишь в подъезд, потом бегаешь по подъездам, ищешь, у кого бы остался это, да? Или если ты взял, занес домой, ты можешь там открыть, заказать, чтобы привезли доставку. Круто работало, когда мы делали, да, если ты на 1000 рублей заказываешь там, литр 25 пепси-кола тебе в подарок. Если ты там на 1500 заказываешь, у нас там был еще подарок. Если на 2000, был еще подарок. Люди, кто хотел заказать на 600 рублей, на 500 рублей, они специально добирали того, что мы или там ролл дарили, или дарили пепси-кол. Они специально добирали для того, чтобы получить что-то бесплатно. Ну, минимальный заказ 300 рублей было. То есть 300 рублей заказов, доставка бесплатная, да? Но когда человек звонит тебе, он там заказал там на 800 рублей, да? А вы знаете, вы закажите на 200 рублей что-нибудь, и у вас будет там бесплатно еще один ролл. Говорит, о, ну давайте. Соответственно, ты увеличиваешь средний чек. У нас было как? Для того, чтобы каждый день в одних и тех же домах не расклеивать, ну, там есть районы. Вот он говорил, в зависимости от времени, когда они шли, там Егорьевское шоссе там стоит, они говорят, сегодня, короче, в этот поселок будем работать, и все доставки будут этот. Сегодня там авария, все там этот стоит, я буду раскидывать тут, мы будем работать в этот район. То есть брали районы, и один пошел в один район, и он туда будет целый день доставку делать, второй пошел на второй район, и он целый день будет туда доставку делать. И так меняли. Или в обед раскидывают, или после обеда раскидывают. На самом деле, пока они раскидывают, уже идут заказы, и они возвращались, брали заказ, опять же в этот район отвезли и опять дальше раскидывают.